Большой привет из Риги. Мы с вами приехали в Ригу Плазу. Вот я так снимаю видео, видите, такая вот вся шапка, шарф, варежки. Мы приехали с вами в Ригу Плазу посмотреть, что же предлагает нам масс-маркет в зимний сезон. И посмотреть, что же предлагает нам масс-маркет на встречу Нового года. Мне Рига Плаза нравится. Торговый центр большой, комфортные, много магазинов хороших, можно просто провести время, есть кинотеатр, боулинг. Ну, в общем, пойдемте посмотрим, покажу вам все. Ну, вот сразу на входе шапочки, давайте посмотрим. Натуральные помпоны, даже два, смотрите, какая вязка интересная. Красивые шапочки. Но у меня вот 44 евро стоит. 24 евро цены. Мне не нравится то, что они очень плотная вязка. Мне она не подходит, на мой взгляд. Смотрите, ушанки, такие шапки еще, как в советское время. Воротнички натуральные, жилетка. Смотрите, какие красивые. Магазин брендов. Ну, типа Гарри Вебер, Марко Поло. Пойдемте посмотрим туда, что там нам предлагают. Я вижу в Киломаксе вот эту фирму Оливер. Причем повседневная одежда у них. Эсприт или как? Тоненький. Смотрите, какая красивая. Не знаю, что это, пуховик или сенфипон. Ну вот, красиво. Просили перед выходом из дома в каждом видео показывать свой аутфит дня. Но, к сожалению, у меня дома нет большого зеркала во весь рост. Поэтому вот показываю здесь. Пуховичок под низом, курточка. Жаль, что курточка, а не пальто. Было бы намного лучше. Вот мое серенькое пальто. Новый палантин, шапка и перчатки в кармане, колготки черные, ну и вот эта обувь. Сумка вот моя, палочка-выручалочка. Томми Хилфигер. Такая худи с такой вот блестящими камушками. Куртки. Ну, по ощущениям, пуховик. €249. Да, точно пуховик. Марко Поло. Смотрите, какая шикарная куртка. 289 евро. Тоже пуховик по ощущениям. Длинный. Красивый. 119 евро. Вот такой. Пуловер. Джемпер. Что, друзья? Красивая такая вот вышивка на нем. И такой же, только бежевого цвета, с зеленой вышивкой. Очень интересно. И такой же, как красный, только вот темно-синий. Смотрите, вставочка какая на рукавах. 289 евро. Пуховик. И такой вот пальто, смотрите, Марко Поло. Осенне-весеннее. 229 евро. Курточка. Уверена, вы знаете эту фирму. И вот такая цена. Розовая, мимишная. Ну, совсем молодежная, посмотрите. Совсем молодежная. Мода. Куртки. Классные.
Просто супер. Очень красиво. Еще интересный спортивный костюм. Нет, это только куртка. Смотрите. 69 евро. Очень красивая парка, наверное, да, это называется. Смотрите. 169 евро. Вот очень красивый. Вот не зря мне все нравится аппликация. Вот опять розы на сером. Такой же есть черный. Смотрите, какое пальто красивое. Желтое-желтое. Очень такое весеннее. И цена очень хорошая. 70 евро. Причем она даже на... Не, подкладочка только здесь. На плечах. Такое же серенькое. Едем на второй этаж в этом магазине. Вы знаете, я, наверное, поняла, почему я в масс-маркетах, вообще в магазинах больших, теряюсь. По-моему, потому что выбора нет. Вот правда. Две кофты все размеры, пять брюк все размеры, и все. Вот понравилось очень. Вот смотрите, не знаю, что это. Куртка, манто. Очень легенький, тоненький искусственный мех. Подкладка такая интересная, шелковая. Прям в руках очень приятно. Цена у него вот такая. Леопардовый принт. Пуховик. Вот так, если взять руки. Веселая подкладочка, вот такая цена. Вы знаете, я как прихожу в какой-то масс-маркет, вот очень грустно на самом деле. Мне ничего не нравится. Почему так происходит? Вот нарядные платья, наряды, ну какие-то они, не знаю, грустные. Ну почему? Понять не могу. Ну, вообще очень грустно. Посмотрите. Вот пальто понравилось. Очень интересное платье. Вот такая фирма. Цена. Ну, вот модель очень интересная. Конечно, меня опять все на серое прет. Но модель очень интересная. И блузка тоже, посмотрите, блузон. Красивый, очень нарядный. С юбкой-карандашом или с узкими брючками. Вот это блузон красивый. 70 евро. Такой яркий, просто супер. Тоненький, шерстяной, смотрите тут. Просто супер. 179 евро. Но красивые. И вот это платье, кстати, тоже веселенькое. Смотрите, шерсть и вискоза. По ощущениям, очень приятно. Вот такое я бы померила. Ну вот сумки. Сумки я всегда везде смотрю. Мне очень интересно всегда сумки, кошельки. Вот это я всегда смотрю. Понравился вот этот рюкзачок. И вот эта еще сумка. Лорен понравилась тоже. И вот это. И Валентина. Ну и вот это вот рюкзачок от Лорен. Ну, друзья, Бершка. Пойдемте там посмотрим. Такой вот белый свитер понравился.
крупная вязка. Вот такой еще понравился, смотрите. Чемодеска. И вот этот пуховик понравился. Модель такая, знаете, оверсайз. Тоже пуховик. 99 евро. Классный. Резервет, друзья, пойдемте. Мне там сразу уже нравятся манекены. Пойдемте посмотрим. Очень красиво одеты манекены, кстати. И мне сразу понравилась шубка. Посмотрите. Мягенькая, тоненькая, классная. Супер. И это пальто понравилось. Что-то меня вот сегодня на верхнюю одежду. Смотрите, какое красивое. Цена 80 евро. Обалденное, друзья, пальто. Посмотрите. Какая красота. Ну и дошли мы до Зары. Вот почему-то я так думаю, что там мы что-нибудь точно найдем. Интересное. Пойдемте посмотрим. Вы знаете, кто-то советовал в комментариях под прошлым из Зары роликом, что типа, прежде чем идти, посмотрите на сайте их. Вы знаете, мне такой... Я думаю, что если бы я там посмотрела, я бы вообще в Зару не пошла. Мне ничего не нравится. И знаете, что я поняла, гуляя в Заре? Почему мне ничего не нравится? Потому что нет чувства охоты. Ты пришел, у тебя есть все размеры, какие ты хочешь. И это как-то даже неинтересно. Взяла в примерочную две вещи, два платья. Вот одно из них. Оно опять-таки серое, но вы знаете мою любовь к серому. Длинное, не знаю, почему оно меня зацепило. Ну вот, вероятно, модель. Показываю вам, вот как она выглядит. Как-то я выгляжу в нем учительницей. Тут недавно писали в комментариях, что, возможно, я учитель младших классов. Ну так вот, я в этом платье выгляжу как учитель. По качеству у него там было эластан, полиэстер и вискоза. Ну, то есть не очень хорошее качество. А вот второе платье мне очень понравилось. Видите, там такое оно интересное. Вот этот воротничок понравился. То, что оно прозрачное. Под него можно другого цвета, не только черного, придумать. Вторая вот как платье, видите, такого качества. И вот так оно село. Мне вот единственное, что рукавчик смутил. Я считаю, что такой рукавчик длины, он прибавляет возраста. Рукав вот был хороший у серого, там был 3/4. А у этого короткий рукав, что не очень интересно. Кстати, я на Ютубе смотрела ролик, где говорила блогер о том, что зеркала в примерочной в Заре очень плохие. Но вот какие классные зеркала, большие, в самом магазине. Ну что, друзья, мы вышли из Зары. Мне понравилось платье черное. Серое, конечно, тоже красиво. Но его как-то слишком оно вычурно для меня. А черное, оно такое тоненькое. Я подумала, что вот под него можно было бы еще что-то надеть. Не черное. Какие-нибудь грубые ботинки. Даже вот эти, в которых я сегодня, было бы тоже неплохо. Платье очень тонкое, легкое и невесомое. Но за 39 евро я подумала, что я... У меня много вещей, которые я и так не ношу. Возможно, меня торкнет какой-то день, и я решу, что все-таки это мое. Зашла в Дуглас и посмотрела на цену вот этого My Burberry Black. 30-ка, 47-24.
Ну и раз я здесь, то пойдем посмотрим обувь. Мой любимый магазин Элче. Вот хочу, кстати, показать вам. На втором этаже едалин много. Разных-разных, на любой вкус. А вот там кинотеатр. Не помню, сколько там залов, но много. Левее там боулинг. Ну, то есть вот как-то здесь можно провести весь день. Кстати, H&M тут тоже есть. Ну, здорово, давайте пойдем посмотрим. Наволочки на диванные подушки. Еще какое-то новое Вене. Интересно, смотрите, елочные игрушки, шарики. Ну, вообще удивительно. Я еще помню еще игрушки из нашего детства. Эти игрушки как-то вообще не воспринимаю, если честно. Вот что я люблю, так вот такие вот емкости. Можно всякой ерунды туда положить. И свечи. Запах тут, конечно, очень интересный. Очень приятный. От всех этих свечей ароматических. И очень мягенькие полотенчики. Правда, такие мягенькие. Приятные. Но в этом H&M Брега Плаза мне точно ничего не хочется даже померить. Ну вот, друзья, Элче, пойдемте посмотрим. €104. Смотрите, на меху. Классные ботинки. €109. Ботиночки на меху. €99.99. €100, друзья. Хорошая кожа, хорошая модель. Что-то типа Уги. Ну, вы знаете, с нашей зимой проходила всю прошлую зиму в розовых тимберах. Эти мне очень понравились в начале сезона. Вот эти ботинки. Цена им €94. И мне понравились вот эти ботинки. Из всего, что я сегодня вам показала, мне понравилось только черное платье. Ну, так оно мне немножечко по голове засело. Ну, мы с вами погуляли, вы посмотрели, что у нас есть, чего у нас нету. Спасибо вам, друзья. Хорошего вам настроения. Пока-пока.